Play Market есть только одно приложение с дополнительными циферблатами для Xiaomi Mi Band 6. Так и называется. Mi Band 6, циферблаты для Xiaomi. И только оно подходит, чтобы установить циферблаты для вашего браслета. Приложение для Mi Band 5, 4 и всего остального не подойдет. Только вот этот. Тут куча разных приложений. Я не буду показывать, что к чему и почем. Просто давайте попробуем посмотреть, подходит ли оно. Что-то серьезных циферблатов вообще нет. А их тут и совсем мало. Но в будущем появится побольше. Ну, например. Да. Проблема установить. Использовать эту папку. Предоставить доступ. Использовать эту папку. Разрешить. Так, установить. Происходит загрузка, подождите. Так, теперь открыть Mi Fit. Все очень просто сделали. Сам Mi Fit разрешил другим пользователям вмешиваться в их систему. Вот, заходим в мой профиль. Активированный браслет, у меня их два. Mi Band 6. Заходим в магазин. У нас тут стандартное приложение. Заходим в администратор. И по идее здесь появился наш браслет. Нажимаем на него. Синхронизировать циферблат. И вот я сейчас вижу, как у меня идет синхронизация. И вот у нас идет синхронизация этого браслетика, который сейчас установится. Вот, пока циферблатов не так уж много, но в будущем они появятся. Вон, видим, да? Вот такая картиночка наша появилась. Так, вернем циферблат, мне тут не нравится. Ставим стандартный. Но тут пока других нет. Но все предельно по количеству установок. Все предельно просто. Хотя есть вот достойные. Видим первый, второй тоже очень классные. И остальные уже такие несерьезные. Хотя мне кажется, для спорта вот этот подойдет в самый раз. Установить, открыть Mi Fit. Вот, подробнее нужно нажать. И только в подробнее, между него посмотреть. Он есть, поняли, да? Но так что-то его не было. Нажали подробно, он появился. И можно посмотреть, как он будет выглядеть на браслете. Шикарно сделано, продумано. Поэтому Xiaomi самые популярные браслеты уже не первый год берут первенство. О, видели, добавился. Ну, как-то так. Всем спасибо. Не болейте, не тупейте. Папа.